Уважаемые друзья рыболовы, всем крепкого здоровья. Начался 2021 год. На улице минус 27. Конкретный такой мороз. Ну и я прибыл на речку на рыбалку. Не стал далеко забираться от дома, потому что у нас везде замело снегом все. Дороги не чищены. Особо никуда не проедешь. Так что вот, приехал на реку. Пропилил уже примерно километра два. Весь запыхался, лицо красное. Надеюсь, мы сегодня что-нибудь поймаем. Вот это вот моя поклажа. Пришел я к вот такому интересному месту. Вот такая скала тут. Вот. И небольшой заливчик. Лунок нету, только следы. Это место я заприметил еще с лета. А здесь тогда плескалась довольно-таки хорошая рыбка. Ну, не знаю, посмотрим. Сейчас разбурим луночки. Поставим палатку, закормим лунки. Потом пойдем искать окуней. Вот. Потом все-таки придем и проверим, подошла ли рыбка сюда. Вот так вот парит куртка после перехода. И одежда тоже парит. Не знаю, видно, нет? Лицо красное. Какой индейец. Сильное течение, но плавает сорога. Смотри-ка, что плавает сорога. Вот она подошла, нормальная такая плотва. Ну вот, хорошо. Вот еще одна, смотри-ка, что. Ого, вон еще одна и еще стайка сороги. Ну все, значит, сейчас тут бурим лунки. Вон еще одна сорожка. Сейчас тут пробурим лунки, закормим и пойдем трясти окуней. Луночки три штуки я пробурил. Закармливать буду две. Одну оставлю, чтобы можно было камерой посмотреть, пришла ли рыбка или нет. Ну все. Луночки закормлены. Теперь можно ставить палатку. Опа! Идет. Ну все, пока тут плотва подходит к нашим лункам, у нас есть время, чтобы пойти и попробовать половить немного окуней. Так, хорошо, подходишь к заветному месту и видишь, что там лунок нету. Красота! Смотрите-ка, ребят, только камеру выключил, сразу окунёк клюнул. Мужик подъезжал на мотособаке, попросил пару лунок просверлить, ледобур, говорит, забыл. Вот уехал сейчас с моим титановым ледобуром. Ой, ой, окунёк. Ну ладно, беги. Беги. Вон он, поехал. Лунки бурит. Надеюсь, не уедет. Ага. Все, нормально будет? Все классные, молодец. Хороший ледобур у тебя. Ага. Рыба только плохо клюет сегодня. Рыба, да.
Одного окунька поймал. 20 лунок уже просверлил, одного окунька поймал. Вот весь результат. Я там прикормил две лунки, палатку поставил, сейчас вот еще потрясу. А, твоя палатка стоит? Но! Да? Сейчас вот еще потрясу, да пойду, наверное, тоже. Есть. Вот он. Приклюнулся все-таки. Достаточно высоко, кстати. Нормальный такой окунек. Вот такой. О! Ой! Вот пойдет. Всплыл еще один. Ну что, наверное, тут уже напряло. Луночки замерзли. Все-таки. Взял я сегодня с собой еще вот такую вот удочку. Балалайка. Значит, с поплавочком. Давно она у меня заготовлена на такие случаи, на такие рыбалки. Лесочка 0.1, поплавок скользящий. Сейчас замерим глубину и выставим ее на поплавочек. Кто на канал подписан, тот, наверное, помнит, что недавно я рыбачил с палаткой, с печкой. Все как положено. Вот, но здесь идти довольно-таки далеко, вот, поэтому по старинке взял с собой свечки, вот, и сейчас будем обогреваться свечами, парочку штучек подпалим, этого вполне хватит, чтобы спокойненько сидеть. Так, первая рыбка на безмотылку попала. Латвичка. На стоячку пока не хочет. Но под лунками творится просто полная вакханалия. Ребят, только посмотрите, сколько рыбы у нас сейчас под лункой. Это же просто кошмар. Я дополнительно закормился. Еще по одной кормушечке закинул сюда, вот. И приплыло столько рыбы, просто жесть. На мотыля, вот на стоячку, не клевало вообще. Я попробовал насадить хлебушка кусочек, вот. На него сделал несколько потычек, и все. То есть рыбка почему-то отказывается клевать. Вот на безмотылочку, буквально на первой проводке клюнула. Но это, конечно, ни о чем не говорит. Она, может, сама какая-то активная взялась. Остальные сейчас не будут клевать. Но будем пробовать. Ну вот, подошла абсолютно разнокалиберная сорожка. Проплывают и мелкие рыбки, проплывают и более толстенькие рыбки. Но тем не менее, активности у нее абсолютно никакой нет. Она жрет тихонечко прикормку со дна и не реагирует на безмотылку. Я вот уже поставил маленького-маленького чертика. Поменял несколько гвоздишариков, но
сожалению. Рыбка брать не хочет. Непонятно, что ей надо. Может быть, надо какой-то маленький крючок ставить выше мормышки, насаживать на него какой-нибудь, не знаю, маленький беленький силиконовый шарик. Может быть, на него она будет клевать. Но нету вот активности. Не берет. А рыбы много между тем под лункой. Вот мне, кстати, хотелось сказать о том, что многие задают один и тот же вопрос. Что лучше для зимней рыбалки? Камера или эхолот? Вот подводная камера дает вам возможность посмотреть реальную обстановку под лункой. То есть какая рыба пришла, какая, плавает ли она активно или она просто стоит и не шевелится. Вот. А эхолот, если вы рыбачите, он вам покажет глубину, возможно, он вам покажет коряги, возможно, даже покажет вам рыбу, если у вас прям хороший эхолот. Вот. Но, как правило, эхолот на рыбалке используется в режиме флешера. Вот. Когда вы видите на экранчике эхолот, как идет ваша блесна, мормышка или вип, и к ней поднимается окунь, судак или еще какая-то другая рыба, например, лещ, если вы рыбачите на чертика. Вот для этого нужен эхолот. А камера нужна для того, чтобы иметь более четкое представление о том, какая обстановка сейчас находится под лункой. То есть вот сейчас, если бы у меня был просто эхолот, я бы, возможно, видел, что есть какое-то движение на дне, но я бы четко этого не знал. Возможно, эхолот бы показывал движение травы, когда она колышется течением. Вот, а здесь я засунул камеру и увидел о том, что да, рыба под лункой есть, она жрет со дна нашу прикормку и абсолютно никак не хочет реагировать на наши ухищрения. Что делать, я пока даже толком не знаю. Но, возможно, есть смысл немного посидеть, подождать, пока она чуть-чуть поест, и, может быть, у нее появится настроение поклевать на наши безмотылки. Пока не знаю. Вот сейчас попробую поменять еще несколько мормышек. Возможно, попробую опять насадить мотыля. Если эффект будет никакой, ну тогда остается только одно. Ждать, когда у нее появится настроение покушать. Хлебушек клюнула все-таки. Засосала она ее. Ну, хлебушек. Кусочек хлебушка насадил. Маленький-маленький катышек. Вот, клюнула. В общем, рыба продолжает предательски плавать перед камерой. И не клевать. Есть периодически какие-то потычки на удочку с поплавком. На хлебушек. Ну, такие буквально шевеленки. Но нормальных поклевок, к сожалению, нету. Я поменял уже практически все гвоздишарики, которые у меня есть. Попробовал чертики разные. Пробовал на мотыля, пробовал на хлебушек, но, увы, рыбка потихонечку выедает прикормку со дна и никак не реагирует на всяческие мои ухищрения. Загадка эта очень интересная, разгадать ее в любом случае надо, потому что раз рыба есть под лункой, раз она кушает прикормку, значит, у нее есть настроение покушать. Раз у нее есть настроение покушать, но мы ее не поймали, значит, просто не подобрали ключик. Ну, есть над чем подумать, есть над чем поразмыслить. Вы, пожалуйста, тоже в комментариях пишите, что вы об этом думаете. Ну, а мне, наверное, пора потихонечку собираться домой.
потому что уже начинает темнеть. Я надеюсь, что эти подводные кадры, которые я сегодня смог заснять, вас немножко порадуют, подзадорят. Ну и у меня на этом все, ребят. Всем крепкого здоровья, хорошего настроения. И увидимся с вами на следующей рыбалке.